Этикет. 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 Что такое этикет? Это можно, это нет. Это правила такие поведения, когда мы привычки все плохие забываем навсегда. Ты усвоил этикет, и плохих привычек нет. Для беседы безупречной есть волшебные слова. Вы их знаете, конечно, проще только дважды два. Очень просто и красиво вы их говорите. Здравствуйте, пожалуйста, спасибо, извините. Будет радостной прогулка, если на пути вежливо других прохожих сможешь обойти. Если мусор смело бросишь в урну, а не мимо. Если знаешь, что плеваться – это некрасиво. И в одежде беспредел допускать негоже. Деловой костюм надел, значит, в школу можно, а спортивный только в зал или на пробежку. И в театр не забудь нарядную одежду. На вопрос по телефону будут рады отвечать, если тете незнакомой не забудь себя назвать. Если вежливо проблему ты сумеешь объяснить, если вечером звонишь не позже 10. Улыбаться будет чаще в транспорте народ, если станешь выходящих пропускать вперед. Если знаешь, старшим место надо уступать, если свой рюкзак в поездке со спины снимать, если в гости приглашен, например, к 5, будет очень хорошо вовремя прийти. Будет рад тебя хозяин снова пригласить, если, находясь в гостях, уметь себя вести. Будет нам сидеть приятно вместе за столом, если говорить не станем, мы с набитым ртом. Если ложкой мы не будем бешено стучать, если руки от себя не будем вытирать, представление будем рады вместе наблюдать. Если телефон при входе будем выключать, если знаешь, зал не место пищу принимать, если вместе тишину мы будем соблюдать. Что такое этикет? Это можно, это нет. Это правила такие поведения, когда мы привычки все плохие забываем навсегда. Мы привычки все плохие забываем навсегда. Навсегда. Thank you.